Каверзе. Самая чистая речка в округе. В этом году принесла вот такую вот корягу сюда, сверху. Вон там, вон прямо по центру, по курсу, омут небольшой, двухметровый находится. Там летом хорошо купаться. Листва уже распустилась, зелено. Вот это, как это растение называется? Борщевик. Будем купаться или не будем купаться? Что-то как-то холодно. Очень вопрос. Да нет, еще вода уже. Нет, наверное, я не осмелюсь. Не, купаться мы не будем сегодня. Летом Каверзе самое удачное место для купания, потому что вода всегда прозрачная течет, в отличие от Псикупса. Здесь хорошие ямы, куда можно окунаться. Почему вот такие вот тут полосы, да, сына? Потому что когда-то здесь был океан Тетис, и это было вот это отложение на дне океана. Но потихоньку потом слежалось, и получились вот такие вот горные породы. Прям как пирог слоеный. Это делали люди? Нет, конечно, это делала природа. Вот представь себе, вот океан, вот вода течет, и потихоньку вот образуются вот такие слои. И потом они слеживаются, и потом образуются камни. Исчезает. И потом поднимается этот континент. И становятся здесь горы, Кавказские горы. Было море, стали горы. Каверзе находится на повороте трассы на Джубгу. Здесь есть поворот на Фанагорийское. Безымянная, вот как раз вот здесь вот, рядом с вот этой часовенькой. Сегодня решили не купаться, холодно. Но в будущем летом вполне можно. И ближе, чем на Боре, на целых 50 километров.